Такая, друзья, красота. Вот этот вот храм там вдалеке. Храм Николая Чудотворца. Города Дмитров, Дмитровский район, поселок Рогачево, да? Тут видите сами. Друзья, вот такой вот здесь трактор стоит. Такой вот крутой трактор. Друзья, вот такой вот шар воздушный идет на посадку. Смотрите, какая красота. Хотя, можно сказать, полное говно. Это как так? Здесь не стоит покрасивее. Друзья, вот такие вот поля. Мы ищем одно место. Где-то в Ебенях и Купкинях. Да, такое у нас путешествие маленькое. Мне очень нравится путешествовать, ездить. Но пока что у меня какие путешествия? Я мотаюсь по вахтам и снимаю то, что вокруг, там какую-то природу. Меня куда-то заносит в далекие места, как вот сейчас, там самую жопу. Что там у нас? Гребаный насос, мы здесь не пройдем. Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. А как там дальше, помнишь? Станислав Александрович, чем чаще, тем лучше. Это Станислав Александрович, друзья. Я, кстати, тоже, я Евгений Александрович. Люблю я кошечек. Домашняя, воспитанная на молоке, сметане. А у меня что-то чешется, блин, в области паха, ниже. Мошка закусает она? Вот. И она же кусает не как комар, там подлетел комар, чик, пробил там кожу, да, и сосет кровь. А мошка, она вообще, она получается вот такие зубы и одни крылья, короче. Такой вампир мелкий, блин, и противное такое существо, блин, на планете, понял, это мошка. Ну, в общем, она тебя кусает, она отрывает плоть твою. Маленькую пускай будет, кусочек плоти твоей, короче, отрывает просто. Можно понять, что русская наша природа. Это просто кайф! Друзья, я спускаюсь по ступенькам. Видите, да, какие ступеньки крутые. Смотрите, какая красота. Друзья, смотрите, как здесь красиво. Я денежку нашел. Покажи. Сейчас, подожди, держи. Друзья, вот такая вот у меня монетка. И я хочу загадать желание, как это сделал Стас. Друзья, надеюсь, что желание, которое я загадал, а я загадал не одно желание, сбудется. Что за футболочка? Наш лес, посади свое дерево. Что можно здесь снимать? О чем тут можно говорить? Несет вообще никуда. Я вообще не понимаю этого. Что тут можно снимать? Смотрите, люди, какая вокруг красота. Сколько прекрасного вокруг, те же блоги. А если ты причепорить умеешь, конечно, да. О, вот это сними. И вот куда-то идет туннель, труба. Я думаю, может потом посмотреть, сходить, куда она ведет. Может, нырнешь? Нет. Прям в кепке. Нырять не буду. Но лучше. Очень пиздата, водичка, извиняюсь за свой английский. Я Джека, General Motors, ты че там потерялся, ты ищешь свой остров. И как-то случайно я себя снял, я вам это уже говорил в предыдущем ролике. Снялся я просто, вот шел по улице, мне скучно было, я достал камеру, стал себя снимать. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Кеды намочил я. Да выкинь их вообще. Выкинь их в водопад. Друзья, наш русский самогон. Ну-ка расскажи подписчикам, что такое самогон. Что рассказать, как его варить, что ли, самогон? Не, я за здоровый образ жизни, потому что я сейчас не пью. Так мохито тоже бывает безалкогольный. Сейчас бы косичка бы дернуть, не помешало.
Ну, это уже за кадром, наверное. Да? Ну. Друзья, если вы так же считаете, пишите в комментариях. Да у вас нажимай, ты что, ты не мужик, что ли? Сильнее давай, давай, Женек, я верю в тебя. Думаю, вам этот видос зайдет, поэтому не забываем ставить вот такие вот жирные лайки, комментарии, обязательно подписываемся на мой канал. Также можете донатить, номера электронных кошельков и ссылочка на донат будет в описании под этим видео, друзья. Кстати, никогда не гонитесь за деньгами, друзья, потому что деньги, если вы будете ставить цели, а деньги, вы никогда не добьетесь результата. Я это понял на собственном опыте. Если вы будете известность, деньги, там к вам не придет неизвестность, друзья, ни деньги к вам не придут. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Джека, оставляйте комментарии и до встречи, братья. Такая, друзья, красота. Вот этот вот храм там вдалеке, храм Николая Чудотворца. Я уже его для вас снимал. Вот над ним воздушный шар, видимо, с шара с этого воздушного тоже люди снимают, как с квадрокоптера видео. Вот этот храм, и прям сверху воздушный шар парит. Друзья, два сердца. Это первое, а вон там второе. Это раз шар в форме сердца. И два. Тоже вот сердечко такое летает. Раз и два. И по центру белый с красным. Друзья, вот шар идет на взлет. Я немножко, блин, запыхался бежать. Думаю, по моему дыханию вы слышите, как я бежал, чтобы для вас поснимать. Но много не успел, он уже оторвался так прилично от земли. Поэтому извиняюсь за мат, если где-то проскочила словечко. Насколько я бежал радостно и не успел, что других слов теперь нет. А, все слышите там. Что там у нас газовая, да, стоит? Горелка. Наверное. Такой вот шар. На тыкву похож больше, друзья. Оторвался так прилично уже от земли и летит высоко-высоко в небо. Фух. Надо бросать курить, друзья. Что-то я уже не те, чтобы 20 лет были. Вот он такой красавец. Друзья, вот такой вот шар воздушный идет на посадку. Смотрите, какая красота. Друзья, вот такие вот поля. Мы ищем одно место с моим знакомым Стасом. Сказал, что там водопад. Очень живописное место. А пока что мы вот ищем. Идем вот по такой дороге. Неровный. Я уже запыхался, на слышно, по-моему, дыхание. Я уже вздыхаюсь, уже жарко. Но сегодня солнце не так печет. Такая вот картошка тут растет. Мы вышли куда-то в поле. Здесь три совхоза или четыре. С этим четыре будет. То есть или три. Вот это вот дома напротив стоят. Нам нужно было на ту сторону переходить. Такая вот дорога неровная. А мы пошли здесь, по этой стороне.
Так, вот все заросло. Речка чуть дальше вам покажу, сниму. Не буду постоянно жечь аккумулятор в телефоне. Не пройдем, да? А что там? Обрыв и вода. Да, здесь все заросло. Друзья, вот впереди Стас, Станислав. Кстати, у меня есть отрывки его игры на гитаре, но были в музыкальном магазине. Может быть, даже я в это видео его вставлю, как разбавить видосик, разбавить немного, как горячее кофе водой разбавляют или горячий чай. Также я разбавлю этот видосик. Скажи что-нибудь людям. Находимся где-то в Ебенях и Купкинях. Да, такое у нас путешествие маленькое. Идем, не знаем куда, не видим куда. Человек уже разулся, босиком идет, а я в кедах. Иду в кедах, и ноги у меня уже засыпаются. Песок, глина, прям мне в кедах, друзья. Друзья, я вот человека уговаривал посниматься, он все это идет в обратную, в обратку, как это правильно, в отказ. Ну, вот. Деревня называется Хуево-Кукуево. Вот, да. Отвали, отвали. Не, деревня называется Рогачево, поселок Рогачево. Вот, и я считаю то, что, например, себя я, друзья, снимаю, да, выкладываю. Вот у меня год назад не было такой белой бороды, да. Я не был такой седой, да, друзья, как сейчас видно, да, у меня белая борода. Не бритый, да, вообще такой, да, ну, как селфи-паха, кстати. Это как этот, как правильно сказать, джигит. Вот, я джигит, не бритый, и у меня белая борода. Вот, не выспавшиеся глаза, да? И, друзья, вот я считаю то, что у меня год назад была белая борода, да? Завтра лысина появится, да? Я сейчас могу уже посмотреть нормальный, там, с нормальным причесоном, да, друзья? Послезавтра там у меня последний зубик выпадет, да? Что там у нас? Гребаный насос, мы здесь не пройдем. Не пройдем? Подожди. Подожди. Я посмотрю тоже. Народ, такая вот здесь местность субтропическая или тропическая, видите. Главное мне не полететь вниз с телефоном. Тогда съемка прекратится и вам нечего будет смотреть, друзья. Вернее, не о чем даже, скажем так. Не то, что нечего, видите, да? Есть такое вот болото. Короче, друзья, как-то мне отсюда его надо выбраться. Друзья, вот мы ищем водопад. Вот. Здесь, короче, такая вот местность. Мы дорогу искали, чтобы дорогу переплыть как-то это озеро, пешком желательно переплыть. Но у нас не получается никак. Видите, это все картофель. Все картошка. В картошке такое вот небо красивое, да? Голубое, и облака такие белоснежные, сливочного цвета такого, молочные. А вот это серое, кстати, облако такое. Походу дело будет дождь сегодня и гром. Вот, друзья, мы идем и никак не можем выйти. Я вот не пойму. Нам, короче, друзья, один мужичок сказал, что здесь где-то поблизости водопад есть прикольный. И там можно отдыхать, жарить шашлыки, стоят столики. Очень, короче, необычно. Вот я хотел для вас это место поснимать необычное, да, пока мы идем, друзья. Но что-то я, вернее, мы со Стасом. Но что-то мы со Стасом пока не можем найти, да, это место. Станислав Александрович, чем чаще, тем лучше. Это Станислав Александрович, друзья. Я, кстати, тоже, я Евгений Александрович, это Станислав Александрович. Купчик, будешь купчик?
Да, мы с ним... А, кстати, голубчик. Подписчикам расшифруй, что это такое. Это крепкий чай. Типа чефир? Нет, это не чефир. Это такой крепкий такой хороший чай. Угу. Ну, выпьем за свободу. За выходные незапланированные, которые нам дали, которых мы не ждали. Свободу я подразумеваю, вот это небо. Друзья, вот оно, вот это небо. Облака. Облака. Природа. Природа. Бля. Трава. Лето. Да и вообще здорово. Ага. Я просто кайфую на природе, я просто кайфую. Я возмещаю потерянные нервы свои. Здоровье, может быть, вот стараюсь ходить босиком. Угу. Друзья, Станислав чтобы, босиком. Чтобы плохая энергетика уходила в землю. И ты наслаждался созданием нашего Создателя. Становишься ближе к Богу тем самым. Будешь? Я? Ну, давай, давай. Попробую твоего чудо-напитка. Надеюсь, он не отравленный. Прости нас, Господи, грешников, блин. Я дойду нормально обратно. Да, друзья. Вот так возьму. Пока салфетку не стал брать. Чёрт, довольно-таки вкусный. Надеюсь, туда Станислав Копилина не добавил. Вот. Думал, чок неплохой, поэтому. Вот. Хотя, вроде смотришь, чок. Тихо, спокойно, он маньяком оказывается. Надеюсь, он не маньяк, не серьезный. Он про себя. Да нет. Вот, друзья. Прям как рокер так выглядишь. А ты, в принципе, есть же рокер, да? Да, но правда, мотоцикла нету. Казак без коня, короче. Друзья. Быть казак, да. Друзья, давайте... Помощник Станислава Александровича Копий Харлей. Да, я укажу ссылочку под этим видео на канал Станислава. Он там на гитаре играет. Он, кстати, неплохо на гитаре играет. Даже офигенно, я скажу. Вот. И вы можете ознакомиться с его творчеством. И заодно он там у себя укажет банковские карты, реквизиты. И вы можете ему там, ты гитару меняешь, подкинуть на гитару, то сколько может, там, то 5, то 10 рублей. А если быть точнее, задонатить, чтобы не писали, я вот тоже часто прошу донат на свой канал. Вот. И люди говорят, что я типа милости не прошу. Нет, это не так. А для тех, кто не знает, на Ютубе это... Муха-муха, друзья, залетела. А для Ютуба это распространенная, так сказать так, вещь, когда ты просишь донат, и люди тебе помогают, чтобы интереснее было смотреть канал. Поэтому давайте, кто что может, может быть даже... А может у кого-то есть мотоцикл, он ненужный, стоит в гараже, и он вот Станиславу его в дар отдаст, как бы. Ну, а ты, кстати, в технике же, да, хорошо разбираешься? И он приведет его в порядок, и будет человек ездить. Если у вас есть такая возможность, вы можете, в принципе, избавиться от хлама, а человеку сделать приятное. Как ты умеешь причебуривать? Друзья, вот такое вот озеро. Мы пришли на озеро. Вернее, мы мимо этого озера проходим. Мы так не можем водопад найти. Нам сказали его обойти. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И там дальше, 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 дальше. Вон там где-то находится этот водопад. То есть за прудиком, за речкой, за этой, за озером, вернее. А, уже все, да, перечислено. И прям там, за берегом, вернее, за берегом этого озера, есть какая-то тропинка, и она выводит именно к водопаду. Я так понимаю, друзья, вся вода отсюда сливается туда. То есть проходит там, видимо, какая-то труба или что-то. Может, какой-то ключ бьет. А то, что, тот же, что и в этом прудике, тот же самый ключ. Это мы разберемся уже там на месте, когда найдем. Ну как вода? Просто божественно, хотя и грязная, но зато дает энергетику, блаженство, единение.
единение с природой открывает что-то, что-то в тебе, что мы все связаны с космосом, с небом и с Богом. Джека, General Motors, ты что там потерялся? Ты ищешь свой остров. Видите, как это способ зарифмовал. Как тебе вода? Отлично. Да? Самое главное, это природа. Такая, друзья, природа. И единение с природой. Можете наблюдать мостик, кстати, да. Давайте приблизим такой вот мостик. Какие дальше планы? В плане? Ну, на сегодня. А у вас есть план, мистер Фикс? А у меня нету плана, мистер Фикс. Есть пару планов, да. Прийти к водопаду и поснимать водопад. Двигаем дальше. У кого-то вырвали клок волос. Где? Нифига себе, тут оборотень, что ли? Смотрите, друзья. Шесть. А может, тёлку шевелили? Тёлку шевелили? За волосы? Ну, может быть, может быть. Вырвали клок волос у бедолаги. Ага. Какая-нибудь эта история есть у тебя, Сас, интересная для наших друзей, подписчиков, просто мимо проходящие люди, это мое любимое выражение, друзья. Можете какую-нибудь историю с людьми поделиться? В общем, я вспомнил про мошку. Это, ну, вот сейчас мошка кусает. Если я просил, блин. Человек не хочет, чтобы его ноги снимали, ну. Зачем мне об этом движении, блядь? Жека. Джекер, блин. Давай, рассказывай. Короче, что получается? Заехали в дремучий лес летом. Это, наверное, тоже где-то в августе было. Жарко. А лес реально дремучий. Вот. А заехали мы... Я не помню зачем, но мы заехали в лес, короче, и мы немного так получается заблудились в этом лесу. И напала мошка. Вообще жестко прям, блин. Вот такая куча. Кусает со всех сторон. Я, в общем, не знаю, что делать. Бегу в машину. И это, беру одеколон, а мне что-то чешется, блин, в области паха, ниже. А я, ну, в джинсах такой, это, джинсы широкие такие, сам в траве иду, как бы, получается. И у меня внутри что-то в брюк, что-то чешется, блин, ё-моё. Я думаю, что-то не то, блин, что-то неладно. Взял одеколон. Снимаю это, ремень, открываю, и я в шоке. Я увидел там прям рой мошки у меня внутри, и все напали на мои яйца, в общем. Ты представляешь, что это такое? Это сложно представить, понял? Ну, я как автоматом беру эту одеколону и брызгаю туда, ну, чтобы мошку отогнать. И тут такой эффект! Ты представляешь, это какой эффект? Это, ну, сейчас попытаюсь это рассказать. Взрыв атомной бомбы. Угу. Мошка же кусает она. Вот. И она же кусает не как комар там. Подлетел комар, чик, пробил там кожу, да, и сосёт кровь. А мошка, угу, она вообще, она получается... Вот такие зубы и одни крылья, короче. Такой вампир мелкий, блин, и противное такое существо, блин, на планете, понял, это мошка. Ну, в общем, она тебя кусает, она отрывает плоть твою. Маленькую пускай будет, кусочек плоти твоей, короче, отрывает просто. Вот, и как бы остается там ранка такая. И это ты заливаешь одеколоном. Представь, какая боль. Uh-huh.
Понимаешь, у меня такое впечатление, как будто яйца мои взорвались просто. Я там аж такой, как заору, понял там. Мама дорогая! Друзья, это довольно-таки неприятные ощущения, наверное, были, да? Это, блин, ну я не могу, это, у меня столько красноречия, ну слов нету. Таких, не хватит, да? Не хватит, как это передать вообще, реально. Ага. Это, со мной кто был там, блядь, мужички такие, блядь, что случилось, блядь, что орешь, понял? Ага. Ну, я им объясняю, они там ржут, они-то упакованные там все, сетки одели там, завязались, короче, это там. Ну, они-то знают, блядь, а я-то еще не в курсе там этих дел, блядь, что такое бывает с этой, с мошкой-то. Вот такая вот, друзья, история у Станислава. Вот, друзья мои. Вот это красота местная. Ну, по местным меркам мне нравится. Оцените. Природу надо ценить и беречь. Она хоть и маленькая, но природа, она всегда будет природой. Да, друзья, мне тоже очень нравится. Такой вот замечательный вид открывается. Хотя мы вот тут вообще на скопанной поверхности, на каком-то огороде, можно сказать. Но посмотрите, какая красота. Это опять же, ай. А хотя, можно сказать, полное говно. Это как так? Здесь не стоит покрасивее. Да? Ну. Друзья, если вы также считаете, пишите в комментариях, может вы напишите, какие есть места интересные, куда стоит съездить, побывать, поснимать, вот, да и просто отдохнуть. Мы вам очень будем признательны, а также за большой жирный лайк, авансом, естественно, и комментарий, и также подписочку вашу на канал, а также под видео будет канал Стаса, ссылка на канал Стаса, это чел, который идет впереди. Вот, и как бы вы можете на него подписаться. Поэтому вот такая вот машина приезжает. Поэтому так, друзья. Такая вот красота. Еще разочек вам покажу, разок. Такая вот, друзья, красотень. Ну вот человек, видите, говорит, что видел места лучше. Друзья, такая вот здесь по пути к водопаду, мы идем к водопаду, все-таки попробуем найти этот оазис. Такая вот здесь площадка. Здесь, правда, другой водопад, вернее, видите, да, такая канализация, здесь люк, можно спуститься вниз, и такой вот мостик, друзья, не знаю, если наступить, не провалюсь. Да вроде бы нет, мостик и вот озеро. Такой вот, друзья, открывается вид на озеро. Такой вот, друзья, водопад, на мой взгляд, очень красивый, очень необычно. И вот куда-то идет туннель, труба. Я думаю, может потом посмотреть, сходить, куда она ведет. Куда она приведет нас с вами, друзья. Видите, да, ступеньки. Друзья, ну теперь, наверное, я умоюсь, потому что я... У меня запотело лицо, друзья. У меня запотело лицо. Вот. И я тоже не хочу отставать от одного гражданина. Он уже есть на других... Вернее, он уже есть в этом моем видеоролике, на других тоже, кстати. И вот так вот умоюсь. Да. Кепку-то хоть сними. Да, прям в кепке. Может, нырнешь? Нет. Прям в кепке. Нырять не буду. Но очень пиздата водичка. Извиняюсь за свой английский. Очень водичка холодная. У меня лицо уже все горит, уже жарко, душно. Вот. Но вода, ее пить, наверное, нельзя, да? А пить мы не будем рисковать ее пить, хотя если попробуй плавать и нырять. Я, наверное, сейчас подниму штаны.
потому что мне уже потом разуюсь, потому что мне уже, друзья, жарко так ходить. Вот, может, даже сегодня я для вас искупаюсь. Стас меня поснимает. Это сегодня он мой оператор, а я его. Мы снимаем друг друга. Он, кстати, у него тоже YouTube канал есть, он начинающий блогер. Я вот его подталкиваю на съемку, чтобы он занимался съемкой и не бросал. Побольше видосиков для вас пилил. Для вас, друзья и подписчики. Вот. Ну и даже если вы не подписчики, надеюсь, вы скоро ими станете. Вот. И получается так, что мы теперь будем пилить видосики для вас и выкладывать их в YouTube. Поэтому добро пожаловать. Ссылочку на Стаса вы можете найти под видео в описании. Также, если вы это увидели видео у Стаса, то меня вы тоже, в принципе, можете найти. Я думаю, этот паразит обязательно там ссылочку на меня оставит на своем канале. Если не оставит, то... Сам дурак. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен, да? Ну, вот, блин, вот это красота, блин. Не, на самом деле, наша Россия все-таки красивая страна. Даже вот этими маленькими кусочками можно понять, что русская наша природа, это русская наша. Не какая там зарубежная хуйта, да? Да. Россия! Сейчас бы косичка бы дернуть не помешал. Ну, это уже за кадром, наверное. Чай будешь? Я? Ну да, попью, я, подожди. Пока я оператор, у нас видеооператор, друзья, я снимаю человека. Кстати, смотри, здесь, да, неплохая эта недвижимость. Я хотел вот как раз тебе сказать, вот этот мне домик нравится, он хотя бы такой, это, ну, как сказать, бедненький сарай, блин, но на него так смотришь, такое место прям, блин, от души. Волшебное, да, солнечное, да, какое-то, да. Здесь отдыхать, шашлыки жарить, вот. Друзья, приятно, чисто, аккуратно, и тут смотришь озеро, блин. А я бы, знаешь, как сделал даже? Поставил бы шезлонги, заварил бы хорошего кофе, выкурил бы хорошую сигару. А почему не мохито? Не, я за здоровый образ жизни, потому что я сейчас не пью. Так мохито тоже бывает безалкогольный. Ну вот. Я в этом, конечно, не разбираюсь. Мохито там всякие. Я знаю, что такое самогон. Наш русский самогон. Ну-ка расскажи подписчикам, что такое самогон. Что рассказать, как его варить, что ли, самогон? Да нет, что это такое, может, кто-то не знает. Много городских жителей. Виски там, коньяк, они знают, а вот самогон не знают. Местный... Джек Дэниелс местный, не подкрашенный, короче. Это наша русская водка домашнего производства, которую, кстати, делали наши предки, бабушки, дедушки. Друзья, подписывайтесь на канал Джека, ставьте лайки, писюнами вверх. Комментарии, ну и все такое. Да, вот вам человек. Будьте с нами. От души говорит, потому что видосы у нас будут лежать как на моем, так и на Стасовом канале. И будем продолжать беседу. И будет счастье в вашем доме, да? Да. Какая вы, друзья, красота. Вообще, как в раю, да? Свобода, просто свобода. Это кайф. Это неописуемый кайф просто, блин. Вроде смотреть-то нечему, блин, но столько счастья, блин. Ты можешь как-то, блин. Да, друзья, такое вот небо, такая вот красота. Друзья, вот такой вот здесь трактор стоит, такой вот крутой трактор, посвящается всем городским жителям, кто никогда не видел такой вот техники, сельхозтехники, скажем так, такой вот, такие колеса большие, такой вот трактор. Номера я не буду светить. Хотя, в принципе, это не автомобиль, ничего страшного, думаю, не угонит. Такой вот трактор. Такие вот здесь домики. Это дачный
поселок, скажем так. Это вот дачный поселок, друзья. Ну вот еще разок, давайте посмотрим. Вот такой вот трактор. Смотрите, какой, какая морда у него. Такой вот, друзья, трактор. Как пойдем-то? Как пойдем? Вот вам объяснять, вот по дороге, как и вот ориентироваться. Веди нас, Сусанин, веди нас, герой. А как там дальше, помнишь? Идите вы нахуй, я сам здесь впервой, да? А, ну, вот, вот у нас. Ты же знаешь, как это пахнет. Ну, интересно. О, хорошая примета, мужик с водой. Да? Да, значит, дорога будет полная. Видите, друзья? Значит, дорога будет в полноте. Ага. В прямом смысле этого слова. У тебя уж плечи, кстати, обгорели. Да, ну это здорово. Я, значит, уже чего добился. Так. Не понял. Здесь мы не выйдем, это точно. Но. Нам надо дальше. Вон, друзья. У меня день не прошел так просто. Уже свернул. А вон как. Хочу пить вообще. Меня прям, ай, у меня прям горло жмет, друзья. Давайте я попью воды. Самое главное, чтобы что-то другое не жало. Ну, давай нажимай, ты что ли? Ты не мужик, что ли? Сильнее давай, давай, Женек. Я верю в тебя. Что ты сможешь? Можешь. Во, блин, молодец, блин, справляешься. А, фу, друзья, жарко. И вода. Вода, блин. Можешь издалека так? Водичка. Ага. Друзья, такая вот колоночка, вода. С ногами, да? Б. Прям с ногами меня, во весь рост. Не очень далеко. Друзья, вот такая вот холодненькая водичка. Я хоть умоюсь, попью. Потому что жарко уже. Реально, друзья, жарко. Бейсболка не спасает. Вот. Все. Попил воды. И можно снимать дальше. Друзья, тут такой вот пушистый зверь прибежал. Да, Стас? Какая кошечка, да? Люблю я кошечек. Домашняя. Воспитанная на молоке. Сметане. Да, скажи, да, я такая. Давай я тоже тебя поглажу, пушистый друг. Кс-кс-кс. Иди сюда. Ой, тут какая нежная кошка, прям вообще ласковая-ласковая. Смотрите, друзья, как она ласкается. О. Такая вот встречает нас, видите, как хорошо. Я тоже тебя поглажу. Ой, ты, она даже облизывает руки. Все, кошка. Весна, походу. Это кошка? Да, это кошка. Пошли. Это кошка, друзья. И как можно не любить после этого животных? Вы мне скажите, как вот можно таких нежных, да, не любить? Таких созданий, наших друзей меньших, детишек. Ладно, давай, пока. Все, давай, помурчи, помурчи. Давай, пока, все. Нам пора идти. Проводишь нас? Видите, друзья, она провожает. Все. Давай. Друзья, вот такая вот. Здесь даже есть избушка. На курьих ножках. Уже старая такая. И дорога вниз. К водопаду. Слышите, наверное, да? Шумит вода.
Надеюсь, я иду верным путем, вернее, мы идем. Такой вот ЗИЛ, по-моему, стоит. Да, друзья, это, наверное, ЗИЛ. Старый. Друзья, я спускаюсь по ступенькам. Видите, да, какие ступеньки? Крутые, прикрутые. А хотя, в принципе, вполне нормальные ступеньки, обычные, вернее. И мы с вами идем в райский оазис. Уже спускаемся. Спускаемся аккуратненько, чтобы не споткнуться, не упасть, не разбить себе нос или еще что хуже, себе что-нибудь сломать. Идем. Кстати, какая-то то ли пещера, то ли яма. Вот видно вам, да? Вот так вот я поправлю экспозицию. Она теперь заблокирована. Такая вот что-то похожее на пещеру, друзья. Ну и такой вот райский оазис. Вернее, он чуть дальше. Запад этот, друзья. Водопад. Пойдемте быстрее. Быстрее не терпится посмотреть, что же это за такой, друзья, водопад. Смотрите, какая красота. Друзья, смотрите, как здесь красиво, прекрасно, не знаю, божественно, как еще. Здесь такой вот холодок, прохлада такая, хотел сказать, мятная прохлада, нет, прохлада, как в теньке, когда от жары прячешься. Такая вот, друзья, прохлада. Видите, какой водопад. Главное мне не свалиться туда, вниз. Такой вот, друзья, водопад. Видите, да? Как красиво. Такие славочки. Вот такая красота, друзья. Посмотрите. Так здесь. Прекрасно, скажем так. Слышите, друзья, да, как стекает вода. Вот она журчит. Вот такие вот здесь лавочки, столик, мангал даже есть, можно пожарить шашлыки, приготовить на углях мяско. Вот такие вот угля уже лежат, видимо, заготовленные. Вот он, Стас пришел. General Motors. Ты где был, кстати? Блин, тут такой кадр, блин, был. Утку дикую спугнул. Все, я нашел путь, короче, мы сейчас отсюда пойдем. Да? Да. Видите, друзья, как здесь круто. Комаров много. Пиво, водка, рок-н-ролл и девчонок тоже. Девчонки, если есть желание с нами зависнуть в хорошем месте, звоните, пишите. Решим. Да, друзья, в том числе и девушки милые, имейте в виду, что мы можем с вами вместе отдохнуть. Ура! Или приезжайте сами, да, и отдыхайте. В принципе, дорогу мы вам показали. Yes! Да! Поэтому у вас гости приглашаем, а если вы не хотите к нам в гости, то приезжайте сами и отдыхайте. Здесь, в принципе, есть все условия для отдыха. Сезон, водопад. Да. Самодельный водопад. Друзья, про водопад тут, конечно, сказано слишком. Это просто самодельная дамба. Но все равно молодец тот, кто это сделал. Есть у него руки и фантазия. Пойдем, покажешь людям. Ты босиком, я просто в кедах. Вот. Что тут? Сам можешь пройти.
Вот, друзья. Вход бесплатный пока что. Смотрите, какая красота. И, кстати, вот камни. Здесь столик и такие лавочки. Довольно-таки очень интересно. Очень вот интересно. Холодная. Холодная, да? Да. И я денежку нашел. Покажи. Сейчас, подожди, держи. Я фокусирую. Вот, друзья, видите, 1 рубль. Ну что, заберем, на удачу, что ли? А, кинь, загадай желание, наверное, люди кидали, загадали желание. А спиной, знаешь, да, надо спиной повернуться. К водопаду, по-моему, в ту сторону. Куда-то лицом повернуться или нет? Или наоборот? Про себя загадай желание. Все? Утопил монетку, да. Загадал желание. Но какое, друзья, какое желание, мы вам не скажем, потому что тогда оно не сбудется. Я сейчас, кстати, тоже, у меня есть монетки, я кину и загадаю. Там, видите, даже здесь кто-то живет, что ли, здесь вот футболку кто-то забыл. А что за футболка? Друзья, это не мы принесли, не думайте. А на натуре вот висит, мы только увидели. Что за футболочка? Наш лес, посади свое дерево. Вот такая футболочка. Вливайте в нас, содружество. Ну-ка, можешь ее еще разочек взять, показать? Не, не буду. Друзья, ладно, давайте я покажу. Такая вот футболочка. Интересная. Да. Я, кстати, в своей жизни, друзья, я про сигарету зубах. Я в своей жизни, друзья, сажал уже деревья, и не одно, поэтому как бы я могу этим гордиться, в принципе. То, что я в этой жизни что-то посадил, дом пока не построил, начал только, но вот дерево я уже успел посадить. Такой вот мангальчик. И такая вот красота, друзья. Такая вот красотень и наши вещи. Друзья, вот такая вот у меня монетка. И я хочу загадать желание, как это сделал Стас. Кинуть монетку. И какое желание, кстати, я вам, друзья, не скажу. Это будет наша с вами, вернее, моя маленькая тайна. Ну, теперь уже наша с вами, друзья, потому что вы это видите. Может, дай бог, сбудется, узнаем. Наверное, я буду кидать монетку в сторону, куда вода стекает, водопада. Как ты считаешь, Стас? Ну, все правильно. Нет, я не знаю, выбирай сам. Ну, наверное, да, я буду монетку кидать. Лицо сделай попроще. Я загадываю желание. Избивай меня. Все, друзья, я сюда. Давай еще рожай, действительно. Все. Надеюсь, мое желание, что я загадал, оно не одно. Друзья, надеюсь, что желание, которое я загадал, а я загадал не одно желание, сбудется и исполнится все то, чего я так сильно хочу, но об этом я вам говорить не буду. Опять же, это останется маленькой тайной. Друзья, вот такая вот здесь вода. Давайте я подальше зайду. Кеды намочил я. Да выкинь их вообще. Выкинь их в водопад. Друзья, вот это природа. Вы даже... Выглядишь как Марио, бля. Так, такая вот вода.
Давай попрыгай, Марио. Я как Супер Марио, да? Так прыгаю. Друзья, такая здесь вода. Я даже не знаю, я нырял, там не очень глубоко, я просто ноги, наверное, поломаю, да? От камня. Ну, вода очень прикольная, я советую вам всем сюда приехать, пожарить мясо и, естественно, главное ноги не замочить, друзья, потому что ноги – это здоровье. Друзья, у меня разрушат следы. Внизу. Хочу залезть сюда. Выбираю. Лишь посмотрю. Не бороться. Вот так, друзья, тут охуенно. Вода прохладная, можно даже купаться. Вот. Вода холодная, друзья. Вот, друзья, вода реально ледяная. Наверное, я буду уже вылазить, потому что я не хочу заболеть. Но это кайф, это рай. Приезжайте сюда обязательно. Все, друзья, я пошел вылазить. А ноги попали в кадр, да? Да. Снимай. Друзья, пойду я наверх. По лесу, вернее. Марио, блин. Ты не упал, блин. Прыгай давай, Марио, блин. Все это делаю я ради вас, друзья. Все это делаю я ради вас. Вода холодная. Ноги я. У меня сухо горло болят. Болит. Вода ледяная, друзья. Я вот когда там лазил, все ноги намочил. И вот уже мне, в принципе, не жалко сделать вот так. Потому что ноги все равно уже мокрые. Вода холодная. Я на сомике плаваю сам, да? Там. Короче, друзья, я уже замерз, уже пора выдвигаться. Давайте ужимать мои кеды. Такая вот вода. Давайте их помоем. Помоем кеды. Я знаю эти выебоны, друзья, эти выебоны я делаю. Мочу свои ноги. Вернее, их до этого намочу. Блять, сука. Ебать! Все. Видите? Я хочу помыть ноги, чтобы когда я пойду сейчас в общежитие, очень жарко, да, и когда у меня будут влажные ноги, мне будет комфортнее, потому что они от сырости будут охлаждаться. Вот. Кстати, для тех, кто в жару гуляет долго, вот, изнуряет от жары, а воды рядом нету попить, вы также можете намочить свою обувь, вот, и идти по улице, да? Вот, в принципе, вы меня можете принять за пиздобола, что я вас тут забалтываю, вешаю вам лапшу на уши. Друзья, ну это действительно так. Когда вам жарко, вы можете намочить головной убор или обувь. Вот, и просто у вас будет влага. Как у цветы, когда вы поливаете, они же тоже корни подписывают. Да, ноги, друзья, это наши корни, как бы. Ну, как корни у деревьев, да, вот деревья, вот корни они в воде. Видите, какое дерево, оно, в принципе, не сухое. Так же вот и я буду идти. Ну, оно, конечно, немного такое уже не очень красивое, вот. Наверняка пацан в тени стоит. Вот, в принципе, я вот тоже выливаю воду с кроссовок. Надеюсь, я дойду нормально. А может босиком даже, друзья, пойду, не знаю, если мне будет ноги натирать обувь, поскольку у меня резиновые мыски, видите, да? Вот, кстати, у меня конверса, друзья, фирма Converse, правда, уже заплатками на подошвах, но все равно. Я обожаю фирму Converse, вот, и безбос, кстати, тоже прикольная, тоже фирменная. Поэтому, как бы, наверное, пора уже выдвигаться в общежитие. В принципе, мы для вас с Асатом все поснимали, вот, и... Думаю, вам этот видос зайдет, поэтому не забываем ставить вот такие вот жирные лайки, комментарии, обязательно подписываемся на мой канал. Также можете донатить, номера электронных кошельков и ссылочка на донат будет в описании под этим видео, друзья. Все будет в описании, поэтому не забываем. Нежный водопад. Как бы не наебнулся к нему. Скользко, да?
Это просто кайф! О, затекло прям. Смотри, не наебнись, как я. Я много базарить не буду. Я не умею многословно разговаривать, как Джека. Но здесь классно, свежо и приятно. Друзья, вот такое вот здесь болото. И мы со Стасом идем, через болото, друзья. Сейчас даже вам покажу. Здесь вот доски, видите, да? Мы идем в общагу обратно. Такие вот доски. И вокруг болота. Главное не провалиться. Ноги я уже намочил, в принципе, мне ничего не страшно, но здесь... торфяники, и можно остаться навсегда ненайденным. Поэтому рисковать не будем. И пойдем осторожно. Мы решили срезать путь, друзья. Надеюсь, мы дойдем благополучно. Видите, да? Здесь, наверное, и щучка водится. Можно порыбачить, прийти нам позже сюда со Стасом и попробовать что-нибудь поймать крупненькое, хищненькое, вкусненькое, естественно, тоже. Такие вот здесь тропы мы проделываем. Такой себе путь. Что ты, наверху уже, да? Там все могут быть, там все. Да? Думаешь так? Подожди. А здесь что? А здесь дорога, поле. О! Так мы двойной путь с тобой сделали, да? Кислики. А? Кислики. Да. Друзья, видите, как мы вышли туда? Так мы вот отсюда-то и ходили. Да. Точно, мы отсюда-то и пошли сюда. Поэтому, друзья. Вон до того столба ходили. Ага, дальше даже. Видишь? Даже дальше. Когда не знаешь, где находится, вот таким блуждаешь. А оно-то было, вот оно. Ну да. Друзья, думаю, вы запомнили, как сюда дойти, прийти. Вот дом. Красный дом, ориентир. Ага. Поэтому, думаю, вы тоже приедете в это место, как и мы, его найдете. Что, обратно на вахту, да? Пойдем в общежитие. Да. Вот. Поэтому я говорю. Сейчас вот обратно мы, да? Вахта, драхта, тебе драхта, говорит. Сейчас мы обратно, да, с тобой в общежитие, наверное, драхт, да? Уже никакие дела делать не будем. Поэтому я и говорю, мужик, снимай, снимай. Я вот тоже снимаю, понимаешь, YouTube — это бешеные бабки, чувак. Вот, да. Бро, я не знаю, друган. Потому что я вот пацанам говорю тоже, с нами вагончики, друзья, живут, говорю, снимайте. Они, о чем мы будем снимать? А я говорю, что о чем угодно, смотрите, люди, какая вокруг красота. Сколько прекрасного вокруг, те же влоги, я вот тоже, когда начинал снимать, я ломал себе голову, чего, о чем, с чего начать, у меня просто лопалась голова, взрывались мозги, закипали просто, кровь во мне закипала, я не знал, что, о чем снимать, как бы пробовал там разные тематики, там, разговоры там с мертвыми, сейчас модное ГП, потом там обзоры, там телефон у меня был, на него обзор делал, то есть это мне лично самому не зашло, и как-то случайно я себя снял, я вам это уже говорил в предыдущем ролике. Снялся я просто, вот шел по улице, мне скучно было, я достал камеру, стал себя снимать. Потом посмотрел, думаю, да это же Айс. Это то, что я так долго, как Губ поет в песне, да, читает, вернее, рэп. Айс, бэйби, айс, да, также у меня это Айс, народ. Потому что я понял, я себя нашел именно во влогах. Мне очень нравится путешествовать, ездить. Но пока что у меня какие путешествия. Я мотаюсь по вахтам и снимаю, снимаю то, что вокруг, там, какую-то природу. Меня куда-то заносит, далекие
далекие места, как вот сейчас, там самую жопу, вот, города Дмитровка, Дмитровский район, поселок Рогачево, да, тут видите сами, вот мы со Стасом нашли, у меня ноги, я, друзья, что-то реально мочил, лишь бы не заболеть, потом пожелайте мне выздоровления. Вот, я долго искал, и поэтому я всем говорю, столько вокруг, вот, друзья, столько вокруг прекрасного, снимать можно о чем угодно, у меня даже штаны спадают от возмущения моего, вот. Можно снимать столько всего, столько в этой жизни прекрасного творится, да, еще раз повторюсь. И просто снимай, что происходит вокруг, и просто ассистируй, или как это, как дирижер вот палочкой махает, просто помогай вещам происходить в кадре своим чередом, да, просто украшай этот кадр, друзья, видите, с меня даже толстовка спадает со штанами. Просто помогай, помогай природе своим присутствием в ней, и все. И все у вас, друзья, будет. Поэтому не вешаем нос. Я думаю, что после просмотра этого видеоролика у вас тоже настигнет какое-то вдохновение. Вот, может, слова вам. Кстати, никогда не гонитесь за деньгами, друзья, потому что деньги, если вы будете ставить цели о деньги, вы никогда не добьетесь результата. Я это понял на собственном опыте. Если вы будете известность, деньги, там к вам не придет неизвестность, друзья, ни деньги к вам не придут. Всегда пытайтесь, я не знаю, получать от этого максимум удовольствия, максимум кайфа. Тогда, друзья, у вас все будет. А если вы будете хотеть сразу там миллионером стать и известным блогером, ну, такого навряд ли у вас будет, друзья. Как это вообще можно слушать? Громче говори, не слышно тебя будет. Чем можно здесь снимать? О чем тут можно говорить? Несет вообще не туда. Я вообще не понимаю это. Что тут можно снимать? Ну, поля, пруд, ну, природу, блин, это красиво, я не знаю, что ты там вообще, конечно, ты причепорить умеешь, конечно, да, о, вот это сними, орел, ох, красавец, а. Видно, нет? Да. О, очень, блин, далеко. Символ свободы. Это символ свободы. Знак байкера, знак рокера. Это хороший знак. Как Кипелов поет. Я свободен. Ну и так далее. Вот. Поменьше болтать, блин, побольше делать. Надо стараться. Уединяться с природой, с небом, с солнцем, наслаждаться этим. Это здорово. Это вообще классно. И для здоровья полезно. Надо путешествовать, в общем. Чем больше, тем лучше. А что ты, блин, языком там, блин, трещать, блин, ни о чем вообще, ни о чем. Надо делать что-то, блин. Что-то надо реально снимать, что-то интересное. Че болтать-то, че болтать? Надо делать, как бы. Движуха, короче, там, сидела. Ну, я так думаю. Вон, смотри, самолет. Можно снять? Ага. Но вон видно точку, да, двигается очень далеко. Только в полете живут самолеты. Там-та-ра. Знаешь такую песню? Конечно. Классная песня. Слушай, ну ты вот тоже запел про природу, заговорил. Да. Поэтому, знаешь... Это же как это... Вот заряд, позитивный заряд, блин. На самом деле, ну, с одной стороны, я с тобой согласен, блин. Это тоже как бы такой свой кайф. Там берешь и снимаешь природу, там, и путешествуешь. Я с тобой с этим согласен, да. Чего там дома валяться, блин, в этих четырех стенах, блин. Вот она, свобода. Вот полет фантазии, блин. Это же здорово. Ну, по идее, блин, тут смотреть не на что. Но если...
привить там какое-то желание хотя бы. У нас пока нету такой возможности куда-то ездить там, по другим странам смотреть. Но и здесь есть на что смотреть. В России, да, в России есть много мест, которые просто люди говорят, то, что за рубеж. Да, в России намного больше всяких мест красивых, чем за рубежом, например. И Россия, кстати, не изучена до конца. Согласен, да. Вот это да. Ну и в других странах очень здорово, наверное. Ну да, но у себя... Просто хотя бы съездить, я вот хочу в Индию съездить. У себя дома лучше, мне кажется. Здесь, Джек. Везде хорошо, а дома лучше, да. Дядя Работа, я хочу в Индию съездить. Посмотри. Ну, она вообще духовно развитая такая страна, хотя она считается бедной страной. Да ты сам на индуса похож. Да, по материальным меркам, как бы, да. Но она очень богатая духовно, понимаешь? Духовная страна. Ты сам как индус, вон идешь. Где? В каком месте? У меня точки же нет на лбу. Что ты взял вообще, как я похож на индус? Ты че? Идешь весь это. Я имею в виду загар. Весь это уже. Ой, а чем могу похвалиться сегодня? Типа, немножко кепочки в шортиках. Кепочки в шортиках, как я в индийских фильмах. Я тем, что я сегодня взял энергию. Кстати, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Джека, оставляйте комментарии. И до встречи, братья. Поехали.
веселое можешь сыграть? Ну что-нибудь веселое, не знаю, на твое усмотрение. Веселая? Да. Что ж тогда грустно?